Я вот лично желаю всем в новом году петь, хохотать и безудержно плясать. Надо поле притоптать. Сегодня вы в очередной раз выступаете в Риге. Скажите, но отличаются ли концерты в Риге от концертов в исконно-русских городах? Какой-то сильной разницы нету, на самом деле. Везде свои особенности, а эти особенности в частностях, я имею в виду в костюмах и конкретных людях. На ваших концертах всегда беснуется толпа, всегда есть мош, хороводы. Сами вы никогда не хотели принять в этом участие? Или... С удовольствием. И я вам открою маленький секрет, скоро примем. Или, не знаю, прыжки в толпу, может, практиковали вы уже? Скоро примем. Скоро будет. Да, вы угадали направление. Все будет. Направление, да. У нас одна знакомая очень хотела пойти на ваш концерт, но, и это не шутка, она купила лошадь за 1500 евро. Угу. И у нее сейчас нет денег. Можете передать привет Веронике. Вероника, лошадь, оно важнее. Привет тебе. Все правильно сделала. Привет. Ваше появление, ваш первый альбом в 2015 году, многие восприняли как одноразовую шутку, стёб. Угу. Сейчас на вашем счету уже три альбома. Угу. Вы, когда это начинали, подразумевали это как потехи ради, или вы подразумевали, что это так может развернуться все в музыкальный проект? Мы целостно и осознанно подразумевали это никак. Именно. На самом деле, да не было никакой там сверхцели глобальной. Просто делали то, что нравилось. И продолжаем это делать. Многие хейтеры просто говорят, что ваша шутка затянулась. Вам вообще важно, чтобы вас воспринимали серьезно? Вот честно, мне лично важно, чтобы мне нравилось, что выходит из-под пера. Это самое главное, конечно. Из-под пера у вас в сентябре вышел третий альбом. Вы довольны им? Да, он имеет определенную концепцию. Он дополнил очень хорошо весь тот спектр песнопений, который был до этого. Дальнейшее развитие, дальнейший этап будет добавление более танцевальных и энергичных треков песнопений. А так, в принципе, да, все очень органично. Просто многие заметили, что нейромонах Феофан стал более спокойным, лиричным, и не хватает ядрёности. А вот не хватало просто таких песнопений, более глубоких и серьезных. Вот и теперь их прибавилось, и теперь даже концертная программа куда более органично смотрится с этими песнопениями, нежели предыдущая. Ну, на последнем альбоме запел Никодим. Это как решение, тяжело давалось? Ну, были, конечно, сомнения поначалу. Но Феофан помог. Помог, так сказать, воодушевил. И запел я. Запеть на английском не было у вас мыслей? На каком? На английском языке. На английском. На английском петь. Да. Надо? Да. Может, когда-то и споем что-нибудь. Может, и споем. Можно было бы попробовать, тем более Евровидение сейчас на носу. И... Да, вот, не рассматривали вариант поехать туда? Не загадываем. Пригласят, поедем. То есть не видите ничего в этом такого плохого? В Евровидении? Сторонятся до этого конкурса. Может, да, медведя туда? Пока так? Вроде не знаю. Не медведя вижу ничего одного, в этом, да, криминального. Смотря как это будет, какой контекст это будет принимать. Потому что мы вне политики какой-либо. В этом году у вас вышел офигенный трек с группой Slot. Как вы решили посотрудничать? Как вы познакомились с ребятами? Очень просто. С Дарьей Ставровичем мы знакомы давно. Познакомились на концерте. Она к нам приходила на концерт, пришла в гримерку. Мы с ней познакомились. Очень приятная девушка. И когда у них было 15-летие группы Slot, она предложила сделать совместную песню и сыграть ее на сцене. Мы приняли это предложение и получилось то, что получилось, и потом вместе исполнили ее в Москве на концерте 15-летия группы Slot. Было очень весело. Это такой одноразовый эксперимент или будут еще какие-то, возможно, совместные, возможно, треки? Будут. У нас точно будет совместное песнопение с группой-победителем конкурса каверов под названием, группа Heavy Lime называется. Я думаю, что достаточно скоро она появится.
А с кем-то у вас есть, может, мечта какая-то заветная, с кем-то попробовать на одной сцене себя? Нет? Нет. Даже не знаю, что сказать. Нет, просто нету. А на какой музыке вы росли? Очень разнообразный. Прям кардинально разнообразный. Начиная, если, там, с русской музыкой, например. Да, начиная от всех популярных песен, заканчивая каким-нибудь ультра-хардкором. Каким-нибудь Siberian Midgrinder, там, и там, не знаю, FPG, там, я не знаю, панк-рок какой-нибудь электронный, drum and bass тот же самый, все Dirty Phonics, Tantrum Desire, все вот это вот, Noisy и т.д. и т.п. В недавнем интервью Юрию Дудю вы сделали сенсационное разоблачение Леонида Агутина. 4 полутона вниз. То есть ты на программе это делаешь? Да, просто. А сделай еще раз. Смотри, вот это 0. То есть это оригинал? Да. Да? Меняем 4 полутона вниз. Это не я сделал, это уже 6 лет, как известно. Да, ну сейчас вам приписывают лет. Авторство этого открытия. Ну, люди любят приписывать. Это у них не отнять. И это их очень хороший талант и дар, и пускай они его развивают, и все молодцы. Но угрозы от фанатов Леонида не поступали вам? Ни в коем веке. Леонид и Анжелина, я думаю, что не сильно расстраиваются и, в принципе, не замечают таких вещей. Хорошо. А как у вас складывается отношение с телевидением? Зовут вас, не зовут? Почему Ваня Ургант вас делает упор на вид, что вас не замечают? Не говорите «хоп», пока не перепрыгнете. Еще все, всему свое время. Нейромонах Феофан. Семнадцатый год подходит к концу. Все ли удалось вам осуществить? Какие планы вы там перед собой ставили? Что удалось выполнить, что не удалось? Чего ждать от вас еще, когда новые клипы, может быть? Я думаю, что надо ничего не ждать. И если что-то появится, если это будет хорошим продуктом, то порадоваться этому. Ну а Новый год как встречать будете? Скорее всего, работать будем. Да? Да. Ну, то есть без новогоднего стола, салатов? Да. Скажите тогда самый главный вопрос, можно ли вырубать в лесу елку? Еще раз? Можно ли вырубать в лесу елку? Просто термин такой, вырубать в лесу, неоднозначный. Елку вырубать в лесу в зависимости от целей. Ну, ежели под дрова, и если это сухостой, например, почему бы нет? Для развлечения, для Нового года? Нет, для развлечения, опять-таки, смотря где и с какой целью. Если в обычном лесу молоденькая елочка стоит, наверное, это не очень правильно ее там вырубать. Ежели это специальные заготовки новогодние, то это специально к этому и было придумано.